9 января 1992 года в Красноярском аэропорту совершил посадку самолет специальным рейсом из Москвы, на котором прилетели участники третьего международного турнира по вольной борьбе на призы двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина. По доброй традиции, сибирский богатырь Иван Сергеевич Ярыгин лично встречал гостей у трапа самолета. Турниры Ярыгина проходят в традиционно теплой, дружественной обстановке. Все участники, как правило, хорошо знают друг друга, неоднократно встречались на различных соревнованиях. Высокий уровень организации турнира получил признание Федерации по вольной борьбе, ФИЛАТ. Генеральный секретарь Федерации господин Дюссон сообщил, что турниру присвоена категория А, и это открывает перед турниром огромные перспективы, вплоть до проведения в Красноярске чемпионата мира по вольной борьбе. Проведение подобных турниров строго лимитировано ФИЛА. Их проводится около 10 в год. Руководители спортивных делегаций и организаторы турнира провели пресс-конференцию, на которой присутствовали журналисты местных и центральных газет, радио, телевидение. А вечером был дан торжественный ужин, на котором господин Дюссон обратился к организаторам турнира с приветственной речью. Прошу поддержать такой великолепный На торжественном открытии турнира выступил председатель краисполкома, председатель оргкомитета турнира Сергеенко Валерий Иванович. Сегодня мы присутствуем на торжественном открытии третьего международного турнира по вольной борьбе на призы двукратного чемпиона Олимпийских игр Ивана Сергеевича Ярыгина. Я думаю, что нет нужды перечислять его спортивные подвиги. Ему рукоплескал весь мир. Имя Ивана Ярыгина навсегда вписано в историю нашего российского и мирового спорта. Свидетельство этому и наш сегодняшний турнир. На приглашение принять участие откликнулись борцы из Соединенных Штатов, Японии, Чехословакии, Ирана, Польши, Монголии, Китая, независимых государств. Высокому уровню турнира способствовал участие в его организации краевой и городской администрации. Спонсорами турнира стали крупнейшие предприятия и организации края. В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из России, Монголии, США, Ирана, Китая, Польши, Японии и некоторых стран СНГ. Соревнования проводились по 10 весовым категориям, и впервые разыгрывался титул абсолютного победителя турнира. Соревнования проходили одновременно на трех коврах в лучшем спортивном зале города, Дворце спорта Енисей. Туны дворца были заполнены поклонниками этого вида спорта. А любителей и знатоков вольной борьбы в Красноярске много, ведь здесь неоднократно проходили соревнования различного уровня. В городе находится также школа высшего спортивного мастерства, в стенах которой выросли известные всему миру борцы Иван Ярыгин, Виктор Алексеев, Владимир Мадасян, Абдулла Магомедов, Ахмед Атаров. Спортивная борьба – это отражение жизни с ее печалями и радостями, где приходится отстаивать свои принципы, спорить с оппонентами, доказывать свою правоту. Правилами вольной борьбы разрешаются всевозможные захваты,
Действия и приемы, выполняемые руками, ногами, как в стойке, так и в партере. Здесь можно проводить захваты ног, подсечки, подбивки. Богатый и разносторонний арсенал приемов делает этот вид спорта интересным и зрелищным. Борьба сама по себе была для меня радостью. Выходить на ковер, чувствовать волнение, азарт перед схваткой, ощущать каждый свой мускул. Мне очень хотелось показать доступность борьбы, ее демократичность, красоту мужского единоборства. И я думаю, в какой-то мере мне это удалось. Меня радует, что спортивная борьба завоевывает все большую популярность в нашей стране и во многих странах мира, что с каждым годом появляются новые имена победителей и призеров на соревнованиях разных уровней. Эти слова принадлежат двукратному олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину. Свое высокое мастерство спортсмены смогли продемонстрировать на ковре. Было одержано много чистых побед. Как правило, победа сопутствовала спортсмену, обладающему не большей физической силой и имеющему преимущество в весе, а более опытному, имеющему в своем арсенале больше технических приемов, тактически более грамотному. Вот один из примеров. Спортсмен из Якутии Николай Яковлев, постоянно атакуя и введя в счете, проиграл американцу Кендалу Россу, он в красном трико, который переиграл его тактически. We'll be right back.
Уверенным в своей победе, приехал на турнир победитель панамериканских игр, американский тяжеловес Эриксон. Он в синем трико. Имея хорошую физическую подготовку, огромное желание победить, он в первой же схватке одержал победу над прошлогодним победителем турнира Игорем Климовым, но вчистую проиграл более опытному и титулованному Мирабу Валиеву. Довольствовался только четвертым местом в турнире. Вот повтор решающего броска. О себе смогли заявить и красноярские спортсмены. Об этом мы попросили рассказать почетного гражданина города, директора школы высшего спортивного мастерства, заслуженного тренера Дмитрия Георгиевича Миндиашвили. Нужно сказать, что наши ребята, наши спортсмены намного прибавили по сравнению с прошлым годом. Особо хочется отметить, что наш лидер Геннадий Жильцов в труднейшей борьбе одержал замечательные победы над своими основными соперниками. Финал, где он будет оспаривать звание победителя международного турнира в тяжелой весовой категории, то есть свыше 100 килограммов. Андрей Лыков повторил прошлогодний успех и вот тоже вышел в финал и будет бороться 90 килограммов за первое место. Но очень меня радует выступление наших молодых ребят, молодые борцы, которые здесь показали себя как мужчины. Это Михаил Каминскас, которому 22 года, и он здорово здесь отборолся, получил хорошую, конечно, школу и занял почетное 5-е место. И также очень приятно, 19-летний Семен Икнадзе, студент Красноярского госуниверситета, юридического факультета, также здесь не побоялся опытных борцов и в хорошей борьбе он занял 5-е место. Это большой успех молодого спортсмена. Иван Ярыгин прокомментирует одну из них.